такая длинная лестница идет на минус 10 этаж. Сейчас выйдем. Специальное бомбоубежище. Итак, мы здесь вылезли в одном местечке. Хотели вам спалить интересные два залаза. Здесь на выходе, рядом с храмом. Такие проходят два наклонных хода. Толстый бетон. Пожалуй, туда можно, конечно, было бы залезть. Попробуй посвети фонариком, что там видно. А? В трещину что-нибудь там видно? Нет. А где есть мощный фонарик? С собой. Если вот туда в дырку засветить. Вообще. Можно, да, посмотреть. Ну вот, Дагуза, если бы ты чуть-чуть засветил бы туда свет. Попробуй. Хотя бы чуть-чуть. Туда запросуют дыру скрываем. Там реально спуск. Я в прошлый раз попробовал заснять, не заснялся. И вот тут главное, где этот выходит оголовок. Вот бетонная дверь, которая идет уже с другой стороны. Это запасной выход. Там вентиляция. Попробуй сверкани туда вниз. Да, я подержу. Чипсы подержать.